14 ноября 2019 года в социальных сетях в компьютерных появилось сообщение о том, что руководство предприятия «Водоканал» требует своих работников справки о том, что они проголосовали досрочно. Данная гражданка потребовала справку, что якобы руководство предприятия требует эту справку показать, что она действительно проголосовала на участке. Она сотрудницей не является и никогда не являлась сотрудницей государственного предприятия «Водоканал». Это ложь и провокация против предприятия, против руководства предприятия «Водоканал», да я бы сказал, и руководства города в целом. Спровоцировало конфликт доверенное лицо, поэтому я бы хотел, чтобы лишили аккредитации данного наблюдателя.